Дома здесь смежные, они образуют собой условную букву «Г». Вот этот территориально располагается на Батурина, а тот чуть дальше за углом относится уже к Русской. Для удобства всех их жильцов, а здесь порядка 320 квартир, на втором ограничительном этапе была установлена вот эта накопительная емкость, которая уже успела стать жертвой вандалов. Вот тут красуется огромная надпись, сделанная баллончиком непонятного содержания. С обратной стороны вот такая глубокая вмятина. Пенсионер Евгений Любушкин облагораживает придомовую территорию. Почва сухая, копать сложно, а воды сейчас не вынести. По графику ее нет. Но дела все равно лучше. Несколько дней назад на верхние этажи совсем не доходило. А теперь бывает непригодной для использования. Вода ржавая идет. Я не знаю, как ее пить. Ни один фильтр у нас не фильтрует ее. Любови Пругло в хозяйстве приходится экономить каждый грамм воды. На улицу пенсионерке трудно даже в лифте. Вот и приходится делать суточный запас. Посуду мою подогреваю, мою. Николай Семерецкий живет на седьмом этаже. Сюда вода еще доходила. Пенсионер также разменял восьмой десяток, но продолжает работать дворником. После пыльной смены хочется принять душ. Спасают тазы про запас. Ну как, переоденусь. Потом приду помою, руки помою. Ну и, а вечером, может, если воды нет, то можно чуть-чуть нагреть, помыться. Подъезд угрожает вот эта надпись пожелания. Правда, выполнить ее крайне сложно. Также в доме располагается центр консультации матерей. Улица Батурина в перечне проблемных, как оказалось. Чтобы избавить людей от засухи, достаточно было активизироваться управляющей компании. Когда выяснилось, когда посмотрели в люк, что действительно была задвижка прикрыта. На самом деле это работа управляющей компании, которая обслуживает. То есть как бы не проблема была просто заглянуть в люк. Координация нужна обыкновенная, коллеги. Глава республики призвал ответственных минимизировать расхождение с графиками и индивидуально изучить каждую проблемную ситуацию. По всем провести отдельную соответственно работу, причины выяснить, установить, объяснить людям возможность, невозможность проведения и доведения с точки зрения графика. Если нет возможности этот график соблюдать, соответственно, должны быть предложены альтернативные варианты, коллеги. Также на контроле у столичной и районной власти, руководства воды Крыма, работа горячих линий. В случае большого количества проблем совещаться в стенах правительства готовы ежедневно. Тарас Березинский, Денис Тищенко, Рамазан Аливапов, телеканал «Милет».